специальное предложение только сегодняшнего дня – это Тренч Лада. Тренч Лада сегодня представлен по специальной цене. Это выбор эксперта Леры Совы. И это тот вариант, мимо которого совершенно невозможно пройти, особенно весной. Модный цветочный принт, длинный элегантный тренч в стиле первых леди, натуральные ткани, лен в составе и, конечно же, брендовое решение от бренда Благо. Все это сегодня у нас представлено в нескольких цветах. Да, 6 цветов на выбор. Лера Сова выбирает для себя цвет персиковый, в заказе называется. Следующий цвет у нас есть сиреневый цвет, потрясающие цветы, посмотрите. Вообще сирень сегодня популярна невероятно. Вы можете заказать прямо сейчас уже специальное предложение дня в цвете сирень. Дальше цвет синий с белым, такой очень контрастный получается оттенок. Вообще голубой цвет напоминает голубое небо. Да, как раз звонкое, чистое весеннее небо, наконец-то у нас с вами уже солнечная погода приходит. Вот этот цвет, посмотрите, у нас с вами называется нежно-голубой, вот он здесь у нас и птицы, здесь у нас и контрастные цветы. Но вот это решение, конечно, отличается вообще от всех остальных. Дальше давайте знакомиться вот с этим цветом. Вот такой совершенно шикарный оттенок пудры. Розовым будет называться этот цвет в заказе. И еще один монохром. У нас с вами, посмотрите, белый цвет, даже не совсем белый, белый с черным. Здесь такой у нас эффект черно-белой фотографии, очень стильное решение. Для любителей классики цена только сегодня 1999 рублей. Это самая выгодная покупка в течение только одних суток на нашем телеканале, поэтому не упускайте возможности. Прямо сейчас набирайте бесплатный телефон, сэкономьте 1200 рублей и получите 10% скидки на остальные покупки в рубрике «Мод». То есть сегодня при заказе специального предложения дня вы автоматически получаете 10% скидку на остальные покупки в нашей рубрике. Поэтому не упускайте момент и заказывайте прямо сейчас. 6 цветов на выбор и размерный ряд от 50 до 60. Уже завтра такой тренч Лада будет стоить более 3200 рублей. Но только сегодня телеканал Shopping Show дарит вам максимальную скидку 1200 рублей. Весна! Время преображения, весна, время, когда нужно расцветать, когда нужно всех удивлять своих яркими дизайнерскими образами. Ну что ж, я предлагаю сразу, прямо сейчас, подобрать размер. Давайте, это сделать сегодня очень и очень просто. Наш кардиган, наш жакет, наш тренч, наше легкое пальто, как хотите называйте, этот шикарный предмет гардероба представлен брендом Благов. Бренд Благов – это российский бренд, и это российская размерная сетка. Мы с вами выбираем четко свой российский диапазон. Все, больше никаких здесь у нас с вами нет пожеланий. Ориентируйтесь единственно только на свой, пожалуйста, тип фигуры. И если есть разница в размерах, то берите в сторону большего. Главное, успевайте это сделать, потому что сегодня тренч Лада стоит всего 1999 рублей. Ну и, как сказала уже Лера, это не только тренч, это ваш легкий пиджак, это легкое пальто. Это универсальность в вашем гардеробе прекрасно сочетается с остальным гардеробом, а также с нашими предложениями, которые сегодня вы увидите в нашей рубрике. И при заказе специального предложения дня вы получите 10% скидку на остальные предложения, которые есть в нашем часе и в нашем дне. Это могут быть брюки, это могут быть юбки, все, что вы выберете в комплект сегодня к нашему тренчу. Обращайте внимание на комплекты, которые мы вам предлагаем. Ну, а мы поговорим про материал. Очень часто, выбирая вот такие вещи, мы с вами выбираем вещи более плотные на подкладе. А что же нам носить с вами весной и летом? Посмотрите, что нам предлагает бренд Благов. Тренч без подклада с добавлением натурального льна. Видите это плетение? Льняные волокна. И именно так выглядят. 40% натурального льна в составе. Это комфорт, это гипоаллергенность. Это значит, что вы будете чувствовать себя в нем комфортно круглый год. Сейчас как блузон или как легкий жакет. Летом как легкое полупальто или как кардиган. Да, только представьте, лен 40%. Но насколько я, Лер, знаю, то лен, он очень сильно мнется. Обычно, да. Если это 100% лен, то, конечно же, он мнется.
остается. Здесь льна 40%, 50% вискоза и 10% эластана. Эластан – это декоративный шелк. Что он нам дает? Он дает возможность вещам не мяться, то есть вам всегда выглядеть элегантно и уверенно в себе. Сегодня смело по цене 1999 рублей можно забрать сразу два тренча для себя. Вы получите максимальный комфорт, потому что здесь 40% льна. И здесь идеальный состав для того, чтобы тренч Лада прослужил вам долгие годы. Я, Лер, вообще обожаю это время тренчей, таких пиджаков легких. Для меня это всегда хорошая погода, весна, лето. Погода, когда мы наслаждаемся прогулками, встречаемся с друзьями, когда мы наслаждаемся жизнью в полной мере. Ну а мы с вами давайте посмотрим на то, как этот тренч еще позволяет нам с вами корректировать фигуру. Именно для этой цели они и предназначены, в том числе вот такой крой. Во-первых, это длина, которая закрывает все наши проблемные зоны, включая зону галифе, животик и бока. Во-вторых, это полуприталенный силуэт, не слишком выделяет талию. За счет этого мы с вами имеем возможность и типу фигуры яблочко рекомендовать такой вариант. И обратите внимание на хитрые выточки, они здесь в диагонали от зоны горловины. А значит, даже если у вас пышная грудь, такой тренч будет сидеть на ней абсолютно идеально. Ну и давайте посмотрим на образы. Такие тренчи ввела в моду принцесса Диана. Она предпочитала носить их с юбкой-карандаш, так как делаем сегодня мы с Анастасией. Юбку можно выбирать любого цвета, который вы видите на своем тренче. Но еще один модный образ мы вам сегодня предложим, и это уже образ в стиле Одри Хепберн. Укороченные брючки-дудочки. Можно выбрать в комплект топ, ведь это все-таки тренч, который можно носить как верхнюю одежду, а можно носить и как блузон. Ну вот посмотрите сами, какое разнообразие вы получаете в свой гардероб, когда заказываете тренч Лада. Ну и ты знаешь, здесь детали еще говорят о том, что мы действительно имеем дело с брендом, брендом Благов. Посмотрите на эти пуговицы. Каждая пуговица – произведение искусства. И идеальная обработка швов. Смотри, Арин, ни в коем случае поверху вот на жакетах и тренчах не должно быть строчки. Горловина обрабатывается вот таким образом, и мы с вами получаем вещь действительно качественную. Вещь, которая сама говорит о том, что мы выбираем брендовое решение. Соглашусь с тобой полностью. Давайте еще раз по цветам. Наша Татьяна с темными брюками выбирает для себя цвет, который называется белый с черным. Далее Анастасия выбирает для себя цвет, который в заказе называется сирень. Яркий цвет весны. Екатерина выбирает для себя цвет, в заказе будет называться голубой. И далее у нас есть еще три цвета. Синий, персиковый и розовый. Вот такая палитра сегодня представлена. Самое желанное предложение только сегодняшнего дня. Ваша самая выгодная покупка.